Петр там стирает, гладит, а мы тут готовим. Да, я напомню, что мы тут делаем постное меню. Из постного меню делаем морковные котлеты с гарниром из перловки. И шампиньон. И шеф-повар Никита Елисеев у нас в гостях. И дальше переходим мы как раз... Котлетной массе. Котлетная масса. Она у нас почти готова. Да, фарш хорошо, фарш будет. Морковь потомилась, и добавляем туда... Манку. Манку. С манкой самое главное не переборщить. Как нужно угадать там? Ну, вот на наше количество моркови, это было около 300 грамм. Ну, 2 столовые ложки, это 100%. Сейчас дальше посмотрим, может, еще половинку добавим. Перемешивать, нет? Да, сейчас перемешаем. Сейчас нам... какой эффект манная каша, крупа дает? Она немножко стягивает, и вот именно вот эту вот массу котлетную придает. Как тебе понравилось, фарш? Да-да-да. Вот, сейчас она как раз набухнет. Самое главное, избавиться от комочков, чтобы масса была однородной. И все. Потом немножко остужаем, соответственно, чтобы можно было взять в руки. Делаем небольшие комочки и наши панировочные сухари. Немножко остужаем или окончательно Ну, чтобы остужаем. Комфортная температура чтобы была, чтобы... То есть холодную не нужно, а то, может быть... Можно холодную. Можно холодную. Конечно, она еще на самом деле лучше будет. Просто у нас время ограничено, и мы сделаем чуть-чуть в ускоренном. Ну, вот, кстати, уже видно, да, что она вот так вот немножко... Где-то. Да, да, да. Склеивается. Стягивается. Уже морковный пирог можно делать, мне кажется, такой большой. Сейчас как раз остатки воды манка заберет в себя. И все. И будет все готово. Так, мне не терпится вот как бы принять участие. Вот, шампиньоны идут у нас в гарнир, да? Мы их сейчас будем. Да, 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 да. Сейчас мы их нарежем. Давай я буду помешивать. Хорошо, держи. Я буду подавать шампиньоны. Так, прошу. Шампиньоны режем произвольно, но, в принципе, мне больше нравятся дольками. Все подаем или хватит? Еще один и хватит. Так. Что ж такое-то? Короче, я поняла, тебе ну, зачем ты зелень-то? Зелень еще рано. Тихо-тихо. Ты меня прижал. Вот такой аппарат, который прямо тянет что-нибудь схватить. Так, шампиньоны. Лук, так, ну, лук щипцами не получится. Нет, я сейчас подам так. Как же, положено же тут. Опять с укропом. Опять с укропом. Ну, укроп прямо просится. Вот он просится уже. Такую. А, лука немножко надо, да? Да, лука самую малость. Это нам. Поэтому ты можешь доить. Вкус гарниру. Головку лук. Чтобы не болеть. Просто у нас еще гости есть сегодня, а то тут с луком... Здороваться. Так, что у нас ты, еще? Ты выключил, немножко да? моркови. Да, уже все достаточно. В общем, пока это дело все томится и готовится, у нас, дорогие друзья, есть для вас еще приятный сувенир.